Гости курорта, отдыхающие с детьми, выбирают центральный пляж. Антон Павловский приехал из Сургута, выбирал среди нескольких курортов, остановился на Анапе. С ребенком, ребенку интереснее. А так ездим на Малый Утрыш. На Малом Утрыше поинтереснее. Там людей вообще нет. Среди отдыхающих на пляже потеряться легко и найтись тоже, если ищут. Сотрудники радиоузла находят до 10 человек каждый день. В августе месяце было потеряно 124 ребенка. Все они были найдены. Самые высокие показатели в августе, потому что людей очень много. Бывает так, что теряются взрослые. Если дети теряются без внимания взрослых, взрослые теряются сами по себе, чаще всего при выходе из моря. Теряют ориентир. Запоминают пляжный зонтик, например, синего цвета в пальмы, а зонтик успевает уйти домой. Тогда и обращаются в радиоузел. Здесь ищут и находят людей, документы и ценные вещи. А еще постоянно напоминают правила безопасности и поведения на воде. Уважаемые родители, будьте внимательны, не оставляйте своих детей без присмотра. Помните, что дети до 12 лет ходят в море только в сопровождении взрослых. Радиоузел работает каждый день на территории центрального пляжа, справа от причала. Наталья Пухальская, Алексей Мухорцев, Анапа регион.